Давай, давай, давай. Пыль всю выгребла. Молодец. Молодец. Боже, боже мой. Ты представляешь, какая она грязная придет. Всю пыль подняла. Девочки, как на улице похолодало. Боже мой. Вообще тепло. Я замерзла. София с меня смеется, а я не могу. Я вот так иду, на солнце останавливаюсь. Я говорю, давай постоим, погреемся. Хорошо. А Софья говорит, ей так тепло, да? Ага. Ну что, радуешь шоколадкам? Да, спасибо большое. Так много. Идем в Петрикивку, девочки, за сосисками. Снова? Ну, там их мало осталось. Папа вчера еще на тормозок взял. Что-то я... такие вкусные. Да, вкусные. Виденьки сейчас возьмем. Сейчас я проверю. Тебе понравятся. Мне? Да. Вы там писали, чтоб Микки... Я после улицы девчонки проверяю Микки, чтоб ничего, ни клеща не было. Ну, а наши... Мы ее таблеточку давали от клещей, от блох, там, от всего, чтоб ничего не цеплялось. Глянь, кульбабки уже распустились. Я не знаю, кто это. Одуванчики, а. Кульбаба. Ты что, забыла? Да. Все такое зелененькое, красивенькое. Девочки, там холодина. Я вышла на улицу, думала, там погреюсь. Дубарь. Я замерзла. Вообще не могла уже. Я говорю, давай, Сови, быстрее идти домой. Так холодно. А смотришь вот так, солнце светит, но сильный ветер, ветер сильнейший. Так вроде бы хорошо. Ветер только прекращается, на солнышке ничего. А если дует, леденющий. У меня нос холодный, я говорю, я бы такая и шубу одела. Так холодно было. Ну что, девчонки, сходила в Петрикивку и на мае виденских сарделек, сосисочек разобрали. Разобрали и не привезли больше. А я купила яблочки, такие красивенькие яблочки, огурчики, потом купила вот такие, ну, я уже покупала в Петрикивке из яловочиной, хорошие вкусные сардельки, мне нравится, и отварить они вкусные, и все, а, нет, обманываю, все, потом палочку вот такой старокиевской, что она какая-то побелела. И купила. Я думала, это спред, девчонки. Селянское масло. Селянское. О, чье ж оно? Мне сказали, надо найти. Гранд Милк. Ой, или полтавское. А тут не написано. Не написано, девочки, ничего. Получается полкилограмма. Ой, сколько ж полкилограмма? Сейчас чек надо найти. Сейчас, девочки. София, ты меня сбила, девочки. С вами разговариваю, видео не снимаю. Короче, 118 гривен. Ну, там, накладывай на тебе тарелку. Полкилограмма. Это 236. Ой, не, они 118,90. Ну, 238 гривен килограмм, да, получается, я сам-то грубо. Сиски. Да, да. Ну, взяла. В общем, мы проведем эксперимент с вами с маслом. И, ну, я буду там кое-что готовить, так что мне оно тоже надо. Все, больше ничего не покупала. Вот это все. Яблоки. В Петрикивке вот масло. Вот это. И вот это. Считай, 400 гривен. Все. Ничего не бывало. Шоколадки целые. Мы не съели. София вот приехала, начала. Мы даже ни одну не открывали. Имеем дымс. Да. Вкусненькие, да? Угу. Надо их спрятать тут. Вот он лежит тут. Ой, там еще сзади лежит. Это я покупала. Софика привезла от бабушки. Вот эти это вот рошеновские с кокосом. Вкусные-привкусные. Мне одну оставишь? Угу. Мне иногда, очень редко хочется шоколадки. Ну, ну глянь, сколько лежит. Ну, я могу и... Ты же знаешь. Через 2 года съесть. Да. В общем, на улице, девочки, такой ветер. Даже нет желания и погулять.
Я думала погулять, подольше походить. Походила. Походила. Она вот эти дни вообще, 8-е, 9-е, вообще там передают холодильник. Ну, а потом должно уже наладиться, да? Так, давай убирать все. Я кушаю. Кушай, Софийка. Сейчас папа придет. Папа будет кушать. Все будут кушать. Сейчас яблочками допомогу. Микки, у тебя еда есть, я тебя нагрела. Даже как они пахнут. Девочки, по поводу Микуськи. Не, я не буду ее сводить во что. Я боюсь. Не дай бог, что такое сейчас какое начнется. И потом куда бежать с теми щенками. Я помню, как мы в том году искали квартиру, когда мы уехали в апреле. Иди. По поводу того, еще там писали, я не отвечала. Мама, что мы уехали. Что с этим? Они натуральные. Ну, можно есть? Да, 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 да. Как мы на курорт поехали. Ну, на курорт. Знаете как? По своему желанию, да, у нас тут эвакуация, всех эвакуируют, весь город выезжает, пробки по 2 километра пробки люди ехали. О, иди, папа пришел. Тихо, это папа. Тихо. Ой, надо бежать. И квартиру снять невозможно. Не хотят брать ни с животными, ни с маленькими детьми. Это очень тяжело найти. А если еще, не дай бог, тут собачки маленькие? Не, не, девчонки. Пока в пролете. София заценила. Сосиски бомба. Угу. Сочные такие, угу. Нежные, да? Понравились. Такие прям бомба. Помыла, девочки, яблочки такие красивенькие. Поукладываю. Главное, чтобы вкусные были. Хотя, говорят, уже сезон яблок, как бы, в них уже как бы витамин нет. Ну так, да? После зимы. Так, девочки, почитала комментарии ваши. Ой, ну вы мне с этой косметикой, девчонки, ну я не знаю. Ну, начали писать, что сколько я выкинула, я не считаю деньги, я не экономлю. Девочки, ну если это покупалось когда-то давно, и оно вышло сроку годности, вы начинаете писать, что его можно куда-то применить, помазать там локти, пятки, еще что-то. Локти мне не надо мазать, у меня нормальные локти. И для пяток есть специальный крем для ног, а не то, что осталось, и то, что уже просроченное. Но если вы пользуетесь просроченной продукцией, пользуйтесь. Я не хочу пользоваться. По поводу косметики, что сколько я буду покупать. Ну, сколько мне надо, столько и буду покупать. Надо будет еще куплю. Не надо, не куплю, девочки. Ну, я не понимаю, почему... Ну, вот вы меня смотрите, уже будет в этом году летом 4 года. Вот когда я не покупала косметику, когда я пользовалась кремом Nivea, вы мне писали: «Наташа, ты что, не можешь себе купить нормальную косметику?» Хорошо, купила, полюбила, понравилась. Теперь вы мне пишите, зачем ты ее покупаешь, зачем, почему ты тратишь столько денег, ты не экономишь, т.д. Девочки. Ну, мне нравится эта косметика. Ну, покупаю я ее. Ну и что? Ну, я же не у вас прошу деньги, чтобы ее купить. Ой. Потом написали, что по моей рекомендации вы купили весь набор и пользовались месяц, и вам ничего не помогло. И там начали присоединяться, что да, мне тоже ничего не помогло. Во-первых, я не знаю, кого вы покупали. Что вы покупали? Вы можете написать просто так, что вы пользовались не по... За месяц вам ничего не поможет. Вот я посмотрела по видео, практически 3 месяца, как я пользуюсь. И вот только я вам на той неделе снимала видео и говорила, что у меня есть результат. Результат я вам рассказывала какой. Мне помогло.
Что вам не помогло, я не знаю, что, какие у вас там были проблемы. Понятно, вы там пишете, все равно стареем. Конечно, мы стареем. Этот процесс невозможно остановить, еще такого не придумали, как кто бы там что ни делал, все равно мы стареем. Но почему бы не поддерживать? Конечно, морщины все не удалятся. Я не хочу колоть уколы. Но хотя бы этой косметикой я буду поддерживать. Мне нравится, мне подходит. Все. Вам не нравится, не пользуйтесь. Я никого не заставляю покупать. Я вас что, насильно заставляла покупать? Вообще, я в этом сомневаюсь, что кто-то купил, кто писал в комментариях, прям всю линейку. Ну, скиньте мне в Инстаграм фотографию, что вы там купили. Интересно посмотреть. Вот. Я просто знаю людей, которые пользуются, все довольны, все, всем все нравится. Главное, вообще мне все равно, кому что нравится, не нравится, я вижу результат. Главное то, что нравится мне. Я ее купила, я пользуюсь регулярно, получаю удовольствие от этого. Это самое главное. Вот. Деньги, девочки, ну не считайте вы чужие деньги. Ну, во-первых, это неприлично, кто сколько тратит. Я не знаю, неужели, я вот посмотрела вчера знакомую, она купила себе крем, отзывы такие, я посмотрела, цена у нас, этот крем стоит 3500. Но я же ей не стала писать, зачем ты такой крем дорогой купила, ты что, можно дешевле. Ну, каждый покупает по своей мере возможности. Получается купить? Купили. Я же его покупаю не каждый день. Вот я за вот эти 3 месяца купила там на коллекцию своих кремов и ухода за лицом. Я так называю коллекция, потому что уже коллекция. Вы пишете, поэтому я не использую, и оно, ну, не успею использовать, и она пропадет. Ну вот я вам скажу, когда покупаешь какое-то дерьмо дешевое, и оно стоит, ты им не пользуешься, потому что оно ни пользы, и ни результата, ничего не приносит. А когда хорошая косметика, ты пользуешься, ты видишь результат, и она у тебя заканчивается. Она, поверьте, в мусорку у меня не уйдет. Бутиль. Так что все нормально. Я вам показала, сколько у меня за месяц я израсходовала. Гидрофильное масло осталось. Крем в черной баночке там уже вот так чуть-чуть на дне осталось. Поэтому я и заказываю дополнение к своей коллекции. Ой, успокойтесь уже, не считайте деньги. Вот я бы так не поступила. Ну, я не вы, а вы не я. Вот и все. Вот и вся разница, девочки. Все живем по своим средствам. Получается, покупаем. Не получается, не покупаем. Мне вообще все равно, кто что покупает. Я не смотрю на кого-то и не стремлюсь, чтобы там... Ой, ну как, стремиться надо к лучшему. Да, смотришь на что-то хорошее и стремишься тоже к лучшему, а не к крему Нивея. Давайте оставим это в прошлой жизни, к нему не возвращаться. Пусть у меня будут деньги, чтобы могла купить вот этот крем, как у моей подружки знакомой. Люда, тебе привет. Не буду говорить, кто, но ты меня поймешь. Ты купила крем, я сразу себе скриншотик сделала, в интернете посмотрела. Вот, да, цена такая хорошая. Ну, буду смотреть твои видео и твои отзывы и результаты. Вот. Все, нормально, я за человека рада. Девушка купила замечательный крем, будет пользоваться и будет красотка. Все, по поводу Мики пришла, иди. Как раз про тебя поговорим, иди. У нас будет разговор. По поводу Микуськи, вы пишете там трусики девочки и надеть. У нас есть, у меня есть 2 трусиков. Вот. Но Мики же ходит у нас дома на пеленку. И, ну, откуда я знаю, когда она хочет в туалет. Так что трусики – это не тот вариант, когда я иду там на улицу, я их сняла, и она там сходила, свои дела сделала, и мы пришли домой. А она может и на улице, мы вот сегодня гуляли, походила, сходила в туалет. Так же самое и она вот, когда захотела, избегла на пеленочку. Ну, а если она будет в трусиках, я могу не уследить, ну,
Она же сходит в трусики. Она-то сходит на пеленку, только через трусики. Так что не подходит вариант. Потом там писали, не нравятся чехлы. Ну, чехлы же, я же вам сказала, для чего я надела чехлы на диван. Вот. Так что, девочки. Девочки-припевочки. Что такое? Чего ты разыкалась? Чего ты разыкалась? Икала. Потом Мики пишите снова свести. Нет, девчонки, я же уже говорила, не, сводить ее не буду. Не то время. Пока будем без. Я вам скажу, ну вот многие говорят, что надо сводить, чтобы не было проблем потом у собачек. Ну, это, знаете как, спорный вопрос, 50 на 50. Есть собачки, которые рожали, и когда они были уже старенькие, у них тоже были проблемы по-женски, и проблемы с грудью, и могли тоже умирать от этого. Так что это не всегда. Ну, желательно, говорят, стерилизовать. Не знаю, еще думаю. Да? Думаем еще, моя бубочка. Моя симпатюлькина моя. Тепленькая такая. Надо тебе, наверное, кофточку одеть. Холодно, девочки. Так что, девочки, я никого не заставляю ничего покупать. Я просто делюсь с вами всегда. И вот после этого думаешь, снимать видео, не снимать. Может, вообще вам ничего не показывать. Вот я просто показываю то, что... Ну, чем я пользуюсь? Тут, вот некоторые пишут, Наташа, рассказывай, показывай, чем пользуешься. Показал, снова не так. В общем, что бы ни делал, все будет не так. Я это уже поняла. Хоть показывай, хоть не показывай. Всем не угодишь и для всех хорошей не будешь. Так что надо жить в свое удовольствие и самой решать, что делать. Где моя попочка? Вот. А считать деньги, девчонки, это такое занятие бесполезное и бессмысленное. Сколько счет не веди, в вашем кошельке от этого не убавится, не прибавится. Так что не считайте чужие деньги. Да, Микуська, будем прощаться. Скажи, не считайте. Кто что ест, кто что пьет, кто что покупает. Вообще, какая разница? У вас жизнь одна, и она ваша жизнь. И за меня вы ее не проживете. И от того, что если я не буду покупать крем, еще один дополнительный к своей коллекции, ваша жизнь от этого никак не поменяется. Ну вот никак, ну ровным счетом. Будет у меня этот крем, не будет его. У вас ваша жизнь, у меня своя, девочки, жизнь. Живите своей жизнью. Нет, не считайте чужие расходы. Кто куда потратил, кто что купил. От этого ничего не поменяется. Ой, тепленькая моя. Все, буду с вами прощаться. Ой, ничего и больше не хочу говорить. Все, пока. Встретимся с вами в следующем видео.